Сегодня мы первый раз ходили в Беларуси в магазин, да, купили и хотим сделать вам распаковку своих продуктов. И будем называть цены в белорусских рублях и в баксах. Итак, что мы первое купили? Так, сметанка. Сметана. Сметана стоит 3,5 белорусских рубля. То есть это примерно, будем делить на 3. Это там доллар. Две баночки сметаны. Сметана, значит, 20%, 25% жирности. Сметана, да? Да, классная сметана. Брест-литовская. Морская капуста. Так, захотелось мне. У нас это только можно... Такая вот морская капуста. Стоит 2 рубля. Вот. Ну, это меньше доллара вообще. Там 2 разделить на 3. Это сколько? 70 центов. Даже может и меньше. Ну, мы так грубо делим. Тут уже плюс-минус, потому что точно поделить... В Беларуси есть такая икра искусственная, но она настолько напоминает обычную икру, что вкус, ну, практически идентичный. Я ее очень люблю, я очень люблю соленую рыбу. Поэтому сегодня у нас такая первая контрольная закупка, она небольшая. Мы хотим кое-что попробовать. Это имитация икры, стоит 2,5 рубля. Это получается 80 центов, да? Да, да, где-то так. Меньше доллара. Так, сырочки. Сырки стоят 85 копеек, то есть, как бы, ну, это я даже Ладно. Не знаю, сколько это посчитать. Да. Там. На доллары это 20 центов, что-то такое, 30 центов, угу, да? Угу. 25, такой я вот люблю сырок. Шоколадная, да. Вот такой вот. 40 грамм. Шоколадный, попробуем, скажем вам. Потому что у нас мы покупали только в русских магазинах. Так, что у нас еще вкусненького есть? Сладенькое у нас есть. Покажи, что там. Вот. Так, что это такое? Тортик Наполеон. Офигеть. Вот он. Давайте я вам покажу теперь. Главное сластёна. Давай откроем. Наполеон, 400 грамм. Ну, конечно, много тут химикатов. Смотрите, ужас. То есть... А где произведен? Ты можешь прочитать? Конечно, город Смолевич, Минская область. Ага. Местный. Открыть, конечно, давайте откроем. Да, местный, но полностью синтетический. Ну, не полностью. Надеюсь, хотя бы, чтобы вкусный будет. Вот. Будет. Смотрите, я как уверена. Он смотрится. Ну-ка, так, ну-ка. Ладно, и, ну, оставим на утро, да? Ты хочешь попробовать? Давай. Я хочу, чтобы ты попробовал. А я вам расскажу. Он стоит 7,5 рублей белорусских. Это получается... Так, поехал Наполеон. 2,5 бакса. Ну что, химический или нормальный? Химический, но очень вкусный. Вот. Ну, конечно, для нас это... Меньше доллара, да? Нет, 2,5. Но для нас это, конечно, цены просто смешные. Меньше вот доллара. Если в долларах. Почему? 2,5 доллара. А, доллара. Хорошо. Да. Так, следующий у нас. Следующий-то я вот себе уже вот... выбрала. Это что такое получается? Пирожное. Картошка. Так, сейчас расскажу, что вот это такое. Это стоит 5,5 рублей. Вот смотрите, давайте, мне может удобнее будет показать вам. 5,5 рублей, ну это там 2 доллара, короче, меньше даже. Вот, ну по американским, конечно, нормам это просто бесплатно. Потому что по американским нормам, если, например, то одна бы картошка стоила 5 долларов. Ну, может не 5. 5, ну, может долларов даже. 7-10 была бы эта коробочка. Не-не-не. До 10, я думаю. Не знаю, пирожные стоят очень дорого. Ну, небольшие пирожные, это малюсенькие. А, ну ладно. Ну, вот я так думаю, вот что вот. Это до 10 долларов бы стоило. Получается 6 штук по 60 грамм. А где произведено, скажи? Произведено, пожалуйста, изготовитель Смолевичский хлебозавод. Сейчас Смолевич. Ну, вот эта кучка нам обошлась, скажи, в белорусских. Вот, пожалуйста, вот чек. Долларах. Вот, где-то кто-то что-то не услышал, то, пожалуйста, вот, можете посмотреть. Куплено в Жодино прямо сегодня. Вот, и стоит это 27 рублей. Это в долларах, у меня пришел сразу счет, 8 долларов 30 центов. По американским ценам это,
ну, как бы, ну, ничто за вот этот вот набор продуктов. За эти вкусняшки. Да. Будем показывать вам дальше наши покупки, но пока мы решили сегодня не нападать слишком много на еду. Столько вкусного, столько, а рыбы какой выбор. Ну, в общем, это целая отдельная история, но пока мы вот начали потихоньку пробовать. Но мы заметили, что зелень дорогая, да, и фрукты, да, ты смотрела. Ну, расскажем, наверное, потом уже более подробно наши впечатления. Поэтому, если хотите увидеть еще больше распаковок продуктов, и не только, следите за нашими новыми видео. Но вы не сможете это сделать до тех пор, пока не подпишетесь. Так что подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы кверху. Хотите поддержать нас, поставьте лайк. Да, и лайки. Все, всем пока. Это были Гринчики, Беларусь.